Дух Святой, я прошу тебя, умоляю тебя, коснись. Положите руку на больное место. Сейчас помазание просто пронизывает вас. Потому что я прошу во имя Иисуса Христа, пусть прямо сейчас уйдет эта немощь. Уйдет эта болезнь. Во имя Иисуса Христа, пусть прямо сейчас уйдет рак. Я приказываю раку, уйди вон во имя Иисуса. Исчезни. Если я сказал, он исчезает. Я разрушаю родовое проклятие рака. Прямо сейчас я разрушаю родовое проклятие рака во имя Иисуса Христа, Божьего Сына. Вон! Я разрушаю наведенное проклятие на смерть. Прямо сейчас дух немощи и смерти. Я повелеваю тебе, убирайся вон, этот злой дух немощи и смерти, который навели на вас из зависти. И навел человек, которого вы знали хорошо, и он вас знал хорошо. И сейчас это проклятие рухнуло. Эти бесы сейчас выходят. Возможно, вы кашляете. Возможно, какая-то рвота. Возможно, вы упали. Помазание сейчас мощно начало двигаться. Сила Божья сейчас мощно движется. И вы можете переживать сейчас, как Дух Святой движется по вашему телу. Как Дух Святой движется. Освобождение происходит. Разрушение родовых проклятий. Колдовство, которое как колпак держало целое семейное древо. И ты, я говорю, сестрички, ты была в этом семейном древе. И ты не знала, почему в твоей жизни все это происходит. Сегодня я разрушаю этот дух колдовства. Дух колдовства. Кровью Иисуса Христа я разрушаю. Во имя Иисуса Христа. Сейчас я разрушаю родовое проклятие колдовства. Во имя Иисуса Христа я сейчас разрушаю родовое проклятие преждевременной смерти. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дьявол, убирайся вон. Положите руку на своих детей сейчас. Прямо сейчас, если они не рядом, держите их в голове и в мыслях. Положите руку на них прямо сейчас, Дух Святой. Я прошу тебя. Тач. Коснись. Кто не мог получить прощение грехов, и дьявол уловил вас в чувство вины и держит в этой клетке, держит в этой темнице прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, прощение Божье приходит к тебе. Во имя Иисуса, ты освобожден. И я разрушаю эту клетку. Я разрушаю это проклятие этого демона вины. Прямо сейчас. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Есть сейчас, я знаю, послушайте, сейчас в этот момент есть некто, кому нужно встать с коляски. С инвалидного кресла. Вставайте. Вставайте с инвалидного кресла. Поднимайтесь и начинайте идти. Поднимайтесь и начинайте идти. Также есть человек, есть женщина, которая должна подняться. Мужчина, я вижу, также еще. Который должен подняться со своей кровати. И вы не могли ходить. Есть кто-то, у кого дистрофия конкретно. Дистрофия мышц. Вставайте и идите. Прямо сейчас. Вы лежали, вас брали и садили в коляску. Я рассказываю детали, потому что я как будто вижу это. И потом катали, потом привозили и ложили опять на кровать. Сейчас вы исцелены. Начинайте двигать своими ногами. Начинайте, поднимайте его. И пусть идет. Пусть идет. Ходите. Ходите. Начинайте идти. Начинайте идти. Прямо сейчас. Те люди, которые были на костылях, которые были на ходунках, которые были недвижимы, тазобедренные суставы, я вижу родовое проклятие разрушено сейчас. Прямо сейчас полное исцеление приходит. Полное исцеление приходит сейчас. Полное исцеление приходит сейчас в ваш ноги, в позвоночник. Я увидел только что шейный позвоночник. Прямо сейчас шейный вот этот отдел. Прямо сейчас полное исцеление произошло. Аллилуйя. Дух Святой, спасибо тебе. Спасибо тебе. Травма головы была. Прямо сейчас полное исцеление. Последствия, которые вы несли годы, его больше нет. Вы исцелены. Вы исцелены. Совершенно исцелены. Пусть милость Божья сейчас покроет. Я увидел, как будто Господь одел на вас как шапочку. Прямо сейчас, в этот момент, Дух Святой как будто одел на вас шапочку. Он украсил вас. О Боже, Он украсил вас вместо боли. Вы будете терпеть наслаждение, радость. Дух радости и победы на вас. Дух радости и победы на вас. Аллилуйя! 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 Кто-то есть, я вижу подростка, девочка, подросток. И на ней как
действует демон уничижения. Что ты пережила в своей семье от своего отчима? То, что ты пережила, послушай, Бог все знает. И на тебе такое дух уничижения. Ты ходишь, и тебе кажется, что все знают все, все видят все. Каждый раз ты видишь этому подтверждение. Тебя как будто отвергают все. Пришел этот демон, и он оккупировал тебя, он взял тебя в плен. Сегодня я говорю тебе, ты освобождена. Бог помазал меня освобождать пленных, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Сегодня многие люди не видели, но они начинают видеть. Ваши мозги освобождены. Вы были под контролем других людей, другого человека. Вы освобождены. Эти демоны рухнули во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Сегодня исцеляющая сила. Я смотрю, опять Бог показывает мне кого-то, кто на стуле сидит. Кто сидит на стуле? Вы должны обязательно позвонить. Вы должны обязательно рассказать, что это. Вы сидите на стуле, и вы не можете встать. У вас в руках палочка, но вы не можете ходить. Вас поднимают, и вам помогают идти до кровати. Прямо сейчас вы полностью исцелены. Вы полностью исцелены. Аллилуйя! Я вижу, как сейчас нога выпрямилась и вытянулась. И эта нога была короче, и она была травмирована, она вытянулась. Прямо сейчас Господь исцеляет. Господь исцеляет. Господь исцеляет. Вот эти травмы, вот эти страшные вещи, которые произошли с тобой. Я говорю парню, которого просто жизнь висит на волоске. Прямо сейчас последствия того, что произошло с тобой. И я не буду называть, где ты знаешь, что с тобой произошло. Ты еле мыслишь. Но в этот момент Дух Святой пришел. И Он восстанавливает твои кости. Он восстанавливает полностью твой разум. Он восстанавливает. И там, где повреждена была черепная коробка, полное восстановление сейчас. С глазом, который не подлежал восстановлению, полное восстановление. Во имя Иисуса Христа Божия, я благодарю тебя. Спасибо тебе, спасибо тебе. Друзья, я вижу, что помазание двинулось. И прямо сейчас я обращаюсь к тем, кто еще не принял Иисуса Христа, кто еще вообще живет без Бога. И вы даже, может, были верующие, но не знали, что вы живете без Пасхи, вы живете без Христа, вы живете как просто религиозные рабы по букве, по религии. Вы не переживаете каждый день эти чудеса. Вы не стоите перед Отцом, зная, что нет ограничений, нет лимита. Нет ни лимита, ничего, ни в ценности, ни в материале, ни в чем. Бог может дать тебе все через жертву Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Скажите, я прямо сейчас принимаю слово апостола. Я принимаю это слово. Я принимаю эту истину. Я погружаюсь в эту истину. Скажи, я крещусь в эту истину своим сердцем, своим духом и своими мозгами. Я крещусь в эту истину. Необновленный разум, он диктует тебе, смотри на реальность, смотри на реальность. А я говорю тебе, твой разум должен обновиться. Я говорю тебе, крест. Прямо сейчас скажи, я крещу свой разум в обновление, в истину Божью. Своим разумом, своим духом я познаю, то есть соединяюсь с Иисусом, с Его жертвой. Аллилуйя! Спасибо, Дух Святой! Спасибо, Дух Святой! Вы знаете, сейчас у нас уже темнеет, и я просто понимаю, что есть люди, которые просто сейчас переживают, плачут, переживают просто невероятные вещи. По-женски столько исцеления я вижу. Я увидел только что, как кровь бежит у женщины. И Бог исцеляет вас, кровотечения больше не будет. Он исцеляет вас, Он исцеляет вашу матку, Он исцеляет ваши органы. Все опухоли, все доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли. Прямо сейчас я повелеваю, вон во имя Иисуса, прямо сейчас это уходит прочь с яичников. Я вижу также грудь, прямо сейчас исцеление, исцеление от рака груди во имя Иисуса. Лимфоузлы прямо сейчас во имя Иисуса очищены. Раковые клетки убирайтесь вон во имя Иисуса Христа. Сегодня дьяволу пришел конец. Сегодня дьяволу пришел конец.
Дух Святой, спасибо тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.